Прошли групповой этап без поражений. Локо одержал третью победу подряд на Кубке мира по хоккею среди молодежных клубных команд. Дружина Игоря Милякова разгромила шведский Мода. Счет в первом периоде открыл Максим Денежкин. Следом был самый результативный отрезок матча. В нем Локо забросил еще 3 шайбы. Никита Анаховский реализовал большинство, а голы Григория Денисенко и Даниил Дяденко разделили 57 секунд. Затем Владислав Рыбаков уже в третьей части игры сделал счет и вовсе неприличный. 5-0 в пользу Локо. Шведы сподобились лишь на 1 шайбу. В итоге 5-1. Локо ждет соперника по полуфиналу Кубка мира. Он пройдет 30 августа. Я отмечу, железнодорожники наращивают армию своих поклонников. Ранее на турнире в Сочи за волжан приходили поболеть президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев. А на матче с Мода за Локо переживали актеры из популярного сериала «Воронины» Георгий Дронов, Екатерина Волкова и Станислав Дужников.